Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат выступил с прощальной речью перед своими сторонниками в пятницу вечером. Он был вынужден уйти в отставку в связи с обвинениями в причастности членов его кабинета к убийству журналистки Дафны Каруана Галиции. «Обращаюсь с призывом к будущему этой политической партии. Не позволяйте тем, кто стремится к разъединению, разрушить единство. Не позволяйте тем, кто хочет печали, победить радость в нашей стране. О своем намерении уйти с поста премьера в январе Мускат объявил еще 1 декабря. Между тем, депутаты Европарламента призывали его подать в отставку незамедлительно. Звучали опасения, что, находясь у власти, он может помешать независимому ходу расследования убийства журналистки, которая 2 года назад, незадолго до гибели, выступила с обвинениями в коррупции в адрес премьер-министра и членов его правительства.